Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова завоевала еще одну бронзовую медаль на универсиаде. На дистанции 1000 метров она выступила в заключительном 17-м забеге с результатом 19,53 секунды, заняла третье место. Лидером в этой гонке стала россиянка Александра Кочуркина. Второе место досталось спортсменке из Южной Кореи Ким Хьюн Юн. До лучшего результата на сегодняшних соревнованиях Екатерине Айдовой не хватило каких-то полсекунды. По словам главного тренера нашей сборной Людмилы Прокашевой, в прошлом году Екатерина Айдова получила травму позвоночника, и такого результата, как две бронзовые медали, от нее никто не ждал. Но наша спортсменка проявила характер, и пока она единственная в сборной Казахстана, кто в конькобежных состязаниях оказался в тройке сильнейших.